Видное скорбит вместе со всей страной. На здании администрации округа приспущены флаги, а на электронных информационных щитах горят свечи. К мемориалу в центре города представители администрации Ленинского округа и жители муниципалитета шли все выходные. За два дня здесь появилось множество цветов, игрушек и свечей. Поток людей не останавливался. У многих на глазах слезы. Теракт в Крокус-Сити-Холле уже сейчас признан одним из самых страшных в новейшей истории России. Это большая трагедия. Это даже не объяснить словами. Просто до речи потеряли, когда об этом узнали, увидели. Это наш долг прийти и дать память тем, кто погиб в этом теракте. Наш долг – это зов нашего сердца, это крик нашей души. Я считаю, что каждый россиянин здесь должен быть. Это память о погибших, чтобы мы больше воссоединились для предотвращения дальнейших ситуаций, чтобы просто наш народ креп с каждым днем больше и больше. Все мы единый народ, единое целое. И в такие моменты видно, что мы все сплочены, несмотря ни на что. И поэтому как бы мы здесь хоть как-то, скажем так, поддержать, увековечить память о погибших.